Шарговые ахвяры воды. За сутки на Гродинщине потонули 3 человека. Сумные звездки пришли из Островецкого, Шчучинского и Сморгунского районов. У опошнем ли не призначенного для купания водоема отпочивала семья. Ненавито там, на мясцовом карьере, отбылась трагедия. Парню 30 лет, он начал ходить по воде, не купаясь. Карьер из карьер. Сорвался с обрыва, стал тонуть. Сестра 24 года увидела, что брат тонет, бросилась ему на помощь. Стали тонуть оба. Папа, видя, что дети тонут, тоже бросился в воду. Глубина 5 метров. Вытащил, не вытащил, а вытолкал детей, но сам выплыть не смог. Вот утопление. В Островецком районе копанька, сажалка 30 сантиметров. Тоже мужчина лежал в воде. Скорее всего, будет утопление. И в Щучинском районе, возле деревни Красная, карьер, место запрещенное для купания, утонул мужчина. С початку года на Гродинщине потонуло 15 человек, у их лику одно дитя. Факты гибели, у тым лику опошние выпадки у Сморгонским, Островецким и Шучинским районах зафиксованы у непризначенных для купания местах. С уликом фактов специалисты еще раз нагадывают громадянам, отпочивать ли водоема и купаться необходимо выключно у зонах назирания воротовальников.